5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Веррек, для которой понадобится одна C4 и один обычный топор, чтобы сломать стены. Ну и плюс там 6-7 обычных топоров для ящиков. Так, взрывать здесь, насколько я знаю, не надо. Это буферка, надо зайти вот отсюда, тут вот сломать обычным топором эту стеночку. Да, вот. И вот тут вот. Тихо. Ничего себе. Не лоханулся. Блин, тут надо как-то взорвать все грамотно. Ну, вот здесь, наверное. Хотя там зомби потом побегут. И вот через это все будут пробегать. Тоже не вариант. Наверное, взорву я вот где-то. Почему я взорвать не могу? Алло. Ну. Что-то я не пойму. Ты же это будешь ломать, да? Давайте сломаем. Я не могу взорвать стеночку. Ладно, давайте вот так взорву тогда. Так, где там зомбари идут? Нет. Шума-то до хрена. Вот у вот сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ящиков. Так, готово. Умирать, я думаю, тут не стоит. Тут лут не особо жирный. Мне, в принципе, хватит байка одного, чтобы это все увезти. Так, это я заберу. Это полноценный рейд. У меня ничего на базе не крали. Так, здесь так. Окей, слитки. Пойдет дальше. Камни, каменные блоки. Окей. Кожу заберу. Дальше чего? О, мое любимое. Мои любимые доски. Еще и дубовые есть. Так, тут один красный талончик, этот пустой ящик. А, что, я не сломал последний ящик, да? Так, надо дело исправлять. А, он тоже пустой. Ну, вот эти 6, получается, только можно открыть. Ну, реально, тут больше мне забирать реально ничего не охота. Ну, слитки я заберу. Вот здесь пусто. Ну, еще вот этот могу сломать. Хотя не только его. Блин, я потом отсюда не выйду, да? Давайте вот так сделаю. Вот так. Не знаю, зачем я это делаю. Но, скорее всего, чтобы нормально убежать отсюда. Так, верстак пустой. Тихо. Верстак пустой. Тихо. Брысь. Ну все, уходим отсюда. Даже байк не понадобился, чтобы весь этот жирный лут забрать. Единственное, что я не в пикапе не смотрел, да? Горят. Хотя, вот это я заберу. Для обменов очень часто нужен. Так, байки у меня ничего нету. Вот такой вот лутец за одну сишку. Решать вам, стоит взорвать или нет. Я лишь показал. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.